скоро по минутам и выясним, где именно в его жизни произошел тот самый поворот, который привел жизнерадостного пьяницу к роли случайного убийцы. В стоянке разбитые автомобили. Фургон Сергея Захарова и джип Михаила Ефремова. Вот фургон, в который въехал артист Михаил Ефремов. Он полностью разбит и не подлежит восстановлению. Видно, что сработала подушка безопасности, но в целом автомобиль Михаила Ефремова, конечно, пострадал куда меньше. Именно эта деталь – подушка безопасности на постоянке разбитые автомобили. Фургон Сергея Захарова и джип Михаила Ефремова. Вот фургон, в который въехал артист Михаил Ефремов. Он полностью разбит и не подлежит восстановлению. Видно, что здесь на стоянке разбитые автомобили. Фургон Сергея Захарова и джип Михаила Ефремова.